Море аплодисментов, цветов и слезы на глазах, исключительно от гордости и восхищения. В такой атмосфере прошел международный фестиваль для людей с безграничными возможностями «Мы можем» от благотворительного дома «Добрые люди». Подробности расскажет Юлия Цаканова. В Санкт-Петербурге в концертном зале Колизей прошел благотворительный концерт под названием «Мы можем». Дети с ограниченными возможностями приехали сюда, в северную столицу, чтобы показать свои таланты на большой сцене. Состоялся грандиозный гала-концерт, где юные дарования показали свои вокальные и танцевальные таланты. Организаторы благотворительного дома «Добрые люди» отметили важность данного мероприятия. Во-первых, сегодня был по счету уже третий турнир. Он являлся международным, так как детей мы привезли буквально со всего мира. Знаете, это как, я уже на пресс-конференции говорил, это как в спорте. Знаете, когда на турнир приходит, выступает перворазрядник, а приходит олимпийский чемпион и смотрит на тебя, а потом ты с ним общаешься. Разумеется, у детей загорается все там, да, они смотрят на него с открытыми глазами, пытаются расти, пытаются идти вверх с ним. Здесь то же самое. Общаясь с этими звездами, а еще и на одной сцене, да. В дуэте с известными исполнителями дети еще раз доказали, что могут все. Из приглашенных звезд были Татьяна Терешина, Ольга Прокофьева и Виктория и Антон Макарский. За кулисами дети не скрывали восторгов и эмоций. Я получила эмоции удовлетворенности и расслабленности, потому что мне нравится помогать людям. И этот концерт мотивирует, мне кажется, многих людей на то, что в жизни нет границ. Если я окончу школу, это не значит, что уйду из театрала. В фестивале участвовали дети из разных городов России. В завершении концерта каждый участник получил ценный приз. Юлия Цаканова, Антон Коряков, новости ТБН.